Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Мы продолжаем играть в игру Южный парк Разрушитель Мобил. Начнем. Ага, начнем мы с того, что, ребята, у нас обновление вышло недавно, где-то, может быть, с полмесяца назад. Так, и у нас что-то здесь новенькое появляется. По-моему, там новые персонажи добавляются и так далее. Эй, новичок, я дружелюбная девушка, по вызову пришла тебе помочь, не стесняйся. Ну же, новичок, просто следуй за Венди. Говорит мне Картман. Девушка по вызову. Посмотри разведданные. Я слежу за беспорядками в Южном парке. Буду держать тебя в курсе. Зацепка номер один. Так, выполни задание, чтобы узнать следующего противника. Осталось два задания. Используй мужчина X9 одиночный режим и победи дети X8 одиночный режим. Это, что это такое у нас? Как понять, победить детей X8? Что это такое? Вообще не понимаю. Так, ну что, для начала я хочу взять бесплатный, ребята, пак. Посмотреть, там будет у нас два бесплатных пака. Заценим, может быть, нам что-нибудь новенькое выпадет. Чел Медвосвин. Ядрить тебе на ку, нифига там карточка, ребята. Вау, 2000 бакинских стоит, спасибо большое. Я как-нибудь перебьюсь. Ну что, давайте откроем пак и посмотрим, ребята, что нам здесь выпадет. Так, 42 монеты. Наличка 1 бакс. Так, свечка, энергетик и Барт Джимми. Неплохо, неплохо. Давай следующий пак откроем и посмотрим. Так, да, вот так надо вскрывать. Что нам здесь? Ну, конечно, монетки. 39 монеток. Так, токсичные отходы, наконечник стрелы и голодный Марвин. И на этом все. Да, у нас получается, ребят. Да, на этом все. А давайте вернемся к себе в городок. Непонятно, конечно, какие-то задания ребята нам выдали. Мне бы, конечно, хотелось бы с этим разобраться. Но я думаю, сейчас пойдем с вами на основную сюжетную линию. Конечно же, попробуем сегодня с вами набить пак. Супергеройское событие. Смотри карты. Шанс на арене 4 18%. А какие карты у нас играют? Будьте добры показать. Победив в PvP-матчах. Редактировать колоду. Нет, я редактировать ничего не буду. Я оставлю все как есть. Единственное, что... Надо вначале дойти до PvP режима, но, как я вам и сказал. Да что ты, куда ты меня переключаешь-то, ядрить тебя на коре? Я просто хотел пролистать, не надо мне, Картман, отвали. Достал уже. Я хотел пойти на основную сюжетку уже. Ну, как бы, надо нам дальше с вами двигаться. Чем мы на одном месте с вами топаемся уже не знаю сколько времени. Нам надо продвигаться. Так, и мы с вами начнем бу-бу-бум, продолжить, конечно же, продолжить. Кровавый след. Купить, не надо мне ничего покупать. Не надо, давайте мне просто сюжетную линию. Эпизод 9, ущелье, ребята, дракона у нас. Угу. Так, ты мне что-то хочешь сказать, голодранец? Великая китайская игровая стена. Да иди ты знаешь куда. Я и без этого тебя сейчас раскурочу. Так, команда у меня, ребят, нормальная. Очень хорошо, воин, теперь ты истинный крушитель телефонов. Баттерс, какого черта ты делаешь, Баттерс? Я сделаю из новичка настоящего чемпиона. Я сказал, что ты должен быть Доном Кингом. Это черный боксерский промоутер, Дон Кинг не китаец. Правда? Картман, сними уже тупой костюм. О, тупой болван. Ты так и не понял, что все время это был я? Кто я? Я тот, кто научил новичка лучше управляться с телефоном. Я использую силу новичка. Зачем? Я не Дон Кинг, Баттерс, я... Паладин Баттерс! И, наконец-то, я смогу использовать новичка, чтобы свергнуть короля-чародея и взойти на трон. Король-чародея, о нет, я должен предупредить его. Я сделал тебя тем, кто ты есть, новичок, а теперь ты убьешь короля-чародея для меня. Воу, а вот, ребята, кстати, и новые герои, которые здесь будут у нас. Слушай, конечно же, хотел... Что за герой со знаком вопроса? Вопросник, что ли, или загадочник? Кто он? Я не знаю, что у него там за костюм. Но в любом случае, ребята, все это увидим. Рано или поздно. Так, лучшая добыча у нас Робин Твик, которого у меня нету. Магический фолиант и монеты. Ладно, ребят, давайте попробуем все-таки одолеть нашего противничка. Как говорится, нападать ему по печени и пройти и получить лучшую награду. Если, конечно, она нам выпадет... Из ящичка. Так, по 33 загрузки. Ё-моё, ну серьезно, что вы? Не можете как-то по-сокращенному сделать? Так, я уже забыл, какие у меня там персонажи. У меня, по-моему, пришельцы. У меня летающая тарелка, да? Да, все это у меня есть. Давай-ка мы начнем с шерифа Картмана. И Клайда с крючком. Так, Докпу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо, отдохни, расслабься, малыш. Давай стрелять. Так, Космо-воитель Токен. Побежал.
А какой побежал, у него же нужно активировать. Вышибала Джим. Да что ты будешь делать, а? Стоит в своей этой картоновой фигне. Так, разбомбили наконец-то мы базенку эту никчемную. И давайте-ка я вызову сюда гостей. Оу, космо-воитель побежал, побежал. Нормуль. Так, смотрите, ребята. Слушай, они тут, по-моему, они заигрались в этих... В рыцарей, в магов и Робин Гуда во всяких, да? Смотри, нифига, это кто у нас такой? Слушай, смотри, крепкий малый. Вау, нахрапом не возьмешь. Но, тем не менее, мы одолели. У нас, по-моему, еще никто не погиб, и мы с вами идем полным составом. Так, давай... Эй, зачем? Вот тупанул, зачем я это сейчас сделал? Карман же вокруг себя расстреливает, а я, ну, сглупил. Нет, ребята, Докпа у нас погиб. Давай, заморозка. Великолепно все. Так, и Клайда с крючком. С крючком, с крюком, ну вы поняли, да? Вызываем. А кого бомбить-то? А, вот, вот, олух идет. Вау, нормуль. Так, давай сделаем. Да что ж ты, блин, Картман, господи. Я думал, что он рядом с тобой стоит. На сколько секунд, ребят? По-моему, на 3 или 5 секунд, да, у нас здесь вот. Приготовьтесь противостоять моей несравненной мощи. Это, ребята, уже пошло Властелин колец, судя по всему. Никто больше не захочет играть с тобой, Картман. Скоро все будут играть со мной. Баттерс у нас, который этот Тора себя изображает. Вау, крыса. Всего лишь крысеныш. Это он сейчас вызовет, что ли, его? Это что такое? Крыса. Ты, новичок, слабаки. Мне достаточно вывести на поле боя этого крысеныша. Да ладно. Терпеть не могу крыс, а вот хомячки другое дело. Я тоже с ним согласен. Тупица Баттерс проиграл. И и он убежал. Да ладно, что тут с крысой-то с этой? Погоди-ка, мы вот так вот сделаем с вами. Вау. Ой, ой-ой-ой, орда крыс бежит. Так, тихо, не буянь. Смотри, что происходит. О-о-о! Блин, выиграли. Да, ребят, мы подбили этого мелкого крысеныша. Короче, пока он был на поле боя, я так понял, он... Так, мы, кстати, задание выполнили. Пока он, мы были... Пока эта крыса была на поле боя, она призывала вот этих всяких мелких крысенышей. Смотрите, ребята, это кто на бумеранге там? Чтобы мне попался Роберт... Ой, Робин Твик. Ну, дайте, пожалуйста, Робин Твика, ну... Вот так вот, ребята, делается поиски карточек. Отлично, мы можем еще с вами вскрывать шкафчики, но я не буду. Баксы нам пригодятся. Так, и мы можем... Ну, как вам мой невероятный секрет? Круто, правда? Никакой это был не секрет. Мы все знали, что это ты, Дон Кинг. Да, оу. Пришельцев могу, ребята, проапать маленечко. Давайте-ка мы это с вами сделаем, замутим, так сказать, да, дельцы. Так, атака повышается, это все... Новый уровень, конечно, конечно же. Второй левел, замечательно. Они довольно неплохие в плане то, что они стреляющие юниты. Они подбивают и наземные, и воздушные цели. Для нас это просто замечательно будет. Так, и все, больше никого не смогу. Нет, я могу, ребята... Ох ты, шериф Картман, давай, родной. Как массовик-затейник, ты совсем-совсем неплох. Вокруг себя расстреливаешь юнитов. Довольно шикарно. Так, и, по-моему, все, да, ребят? Мы можем только вот этого еще, Дзен Картмана, улучшить. Но я им, естественно, пока не пользуюсь. Ну, нету в этом, ребята, надобности особой. Замечательно. Все, на... погоди-ка, все. У нас, смотрите, ребята, сексапильная монашка Рэнди. Улучшаем. Улучшаем, ребята. Блин, одно улучшение только мы смогли лишь сделать. И теперь управление разумом. Ну, я думаю, что этого не надо нам пока, да? Управление разумом. Хотя, кто его знает, в дальнейшем, может быть, оно пригодится. Во! Тихо, не то. Подожди-ка. Я же видел. Вот. Робот Биби. Давай. Только лишь здоровье, да, улучшили. Но, тем не менее, это все равно прикольно. Так, ну что, ребята, мы с вами переходим на следующую главу. На следующий, точнее, даже эпизод. И будем дальше разбираться с этими ребятами. В конце, я так понимаю, будет Картман Властелин колец, который... Кто он там у нас? Гэндальф Белый, скорее всего, да? Изображает из себя. Так, переходим сюда и смотрим. Кто это у нас тут? Оу, мифический фолиант. Тут, ну это что? Это вот максимально лучшая добыча? Ну, ересь на самом деле. Слушай, а сколько раз новичок уже поменял костюм? Почему-то написал «менял». Не пойму, девочка это или парень? Болван, новичок, девчонка. Да конечно, Джимми, ты не прав. Как? Он не такой, не такая. Лучше нам на этом не заморачиваться. Крейг.
Да, все, порешили и хватит. А то начинает. Я пока, ребята, читал, у меня чуть главного героя не завалили. Так, хорош, Клайд, успокойся, иди отсюда. Да, бомбанули. Так, давайте посмотрим, ребята, пришельцев в деле. Они второго уровня, не стоит об этом забывать. И сейчас посмотрим. Ну, что это? Ну, давай, 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 отлично, забомбили. Все шикарно. Крысы! А, вот это вот не есть гуд. Но они ватные, да? Второго уровня, мы их разбомбили. Так, слушай, ну вот этот вот робот-пылесос летающий, это шикарно на самом деле. Во-первых, он летающий юнит, не каждый его сможет подбить. Плюс еще он вызывает пылесос. Правда, уже, по-моему, пылесос у нас уничтожили. Так, вылазит из кустов. Давай мы так вот сделаем, хоба! Космовоитель, бомби, бомби, бомби. Отлично, толканули. Так, стрелок Кайл нам здесь понадобится для усиления нашей команды. А вот, ребята, и пылесосик улетел. Вот он, маленький, жужжит. Так, на кого ты на этот раз? Новичок, ты чё, очешуел? Собираешься помогать Баттерсу? Больше вы уже не сможете надо мной смеяться. Нам это надоело. Новичок, ты это серьезно? Для начала попробую другую слабую карту. Кого он сейчас призовет опять? Принцесса Кенни. Последнее желание. Атака противника, убившего этого бойца, приравнится к нулю на 10 секунд. Так, опять у нас тут, ребята, Кенни переодетый, да? Тынь-дырень-дырень-дырень. Выбежал. Принцесса Кенни. Ладно, хорошо. Нам, ребят, не впервые убивать Кенни. Он постоянно у нас попадает. Так, Нейтана я сейчас призову. И вот так вот сделаем, Кайлом. Вау. Заморозка. На боссов она не действует, поэтому, ребята, просто так сделал. Типа, погиб. Притворяется, гаденыш, я же видел. Ну что, ребята, отлично. Победу мы с вами очередную одержали. Продолжаем играть. Так, вскрываем шкафчики. Ну-ка, $1, ладно. А, тут, в принципе, ничего такого выдающегося нету. Ну, мы получили с вами древний ключ. И смотрим, смотрим здесь. Ничегошеньки нету. Да, абсолютно, ребята, ничего не подходит у нас для улучшения. Поэтому двигаемся с вами на третий, получается, эпизод. Диалог, интересно, будет какой-нибудь между нашими героями? Или так, на сухую пройдем? Так, пошли, 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 пошли. Судя по всему, ничего не будет, ребята. А, это у нас Джейми, да? Ну, опять же, ребята, монеты, древние ключи. Но тут 10 и 6 штук можно достать. Погнали. Угу. Ох, ёх, колымыны. Охо-хо, не хо-хо. Нейтан, давай, бомби эти коробки деревянные, в которых они сидят. Это даже не деревянные, это, наверное, картоновые какие-то. Так, расстрел. А, будет знать Олух свое место. Так, давай, космовоитель. Беги, беги, беги. Оп. Ну, слушай, их защищают эти построчки. Давай-ка попробуем, ребята, усилить нашу команду хотя бы хоть как-нибудь. Успеем, нет? Так, ну, один замах мы якобы башню сторожевую уничтожили. Вторая уничтожена. Давай гостей призовем. И следующий, наверное, я буду... А, вот, дрон пришельцев. Давай-ка усилимся маленько. О, пошел расколбасик. Так, дрон пришельцев нужно обязательно нам вызвать. Вот. И уже будем немножко с вами уверенно себя чувствовать здесь. Давай-давай, мукает он мне. Оу-оу-оу, монашка, Рэнди, хорош. Успокойся, ну-ка давай его подбивать крюком. Крюком обязательно, ну. А, отлично. Готовченко. Так, двигаемся далее. Кто на этот раз вот будет призван тем же самым Картманом, который Гэндальф Белый? Так, Стэн бы нам здесь тоже неплохо бы зашел, на самом деле. Со своей лютой заморозкой, это просто шикарно. Опа-на, вражеский Нейтан. Баттерс, видит бог, если не вернешь нам новичка, очень скоро пожалеешь об этом. Кого на этот раз, ребята? Барт Джимми. Понял. Барт Джимми. Такого мы уже с вами, по-моему, видели. Ну, конечно. Или нет? Нет, видели. Тынь-дырень-дырень, сыграл. Давай, иди сюда, пепекалка. Сейчас будем. Да, ребятки, вот это поворот. Может, лучше помириться? Конечно. Чародей заплатит за содеянное. Ситуация накаляется горячее, чем ночью всеобщего спаривания у орков. Да? Откуда ты знаешь? Спасибо, вы отличная публика. Опять он со своими идиотскими шутками непонятными. Господи, Нейтан тут еще, ребята, откуда-то вылез, старого уровня. Давай, давай его раскумариваем.
Нормуль. Так, заморозка. И давай Кенни вызовем сюда, ребят. Так, там что за гномы еще ползут? Нам этого не нужно. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Джимми, там, ну, что там осталось совсем чуть-чуть. Докпо, выходи, твоя очередь. Бросаться навозом. А вообще-то, скорее всего, ребят, мы здесь выиграем уже. Ну, последний удар. Ну, что ты... Есть. Все, ребята, Барт свое отпелся, наконец-то. И мы, конечно же, проходим этот уровень. Так, давайте мы сейчас быстренько с вами вскроем шкафчики и посмотрим, что нам оттуда выпадет. Полезного или не полезного. Тут кроме денег и ключей нам... О, 10 ключиков. Нормуль. Так, 12 монет и... И еще 120 монет. Слушай, ну неплохо. Неплохо. Улучшать мы ничего не можем, потому что мы ничего с вами не достали. Интересно, мне хотелось бы посмотреть на карточки. Мы что-нибудь с вами заработали или же нет? И надо будет еще не забыть, чтобы пройти PvP-режим для того, чтобы получить PvP, ребята, колоду. Так, играть. Ага, видимо, какой-то, ребята, тут у нас будет рыцарь ожидать. Эй, мы же собирались играть в фэнтези! А новичок разыгрывает все карты подряд. Шел бы он в задницу. Не нравится ему, да? Смотри-ка. Психовать начал. Фэнтези. Вот именно что фэнтези. Поэтому у нас тут могут быть все. И воители, и кто, и кого только не захочешь. Потому что это фэнтези. Так, стрелок Кайл. Мне бы желательно, знаете, кого вызвать? А, дрона пока еще нет. Оу, 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 тихо, вот этот вот хмырь. Он сейчас будет по моему персонажу бомбить. Так, давай, крюк. Так, ну, крючком, есть. Да выезжался здесь. Так, у нас сколько там здоровья-то? Ох ты, у нас мало, ребята, всего 99 хп. Этого мало, мы можем с вами отдуплиться невзначай. Иди отсюда, господи. Повылуплялись тут. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, заморозка. Отлично. Усиляем команду. И расстрел делаем. Шик и блеск. Космовоителя вызвали. Идем, ребята. Не расслабляемся. Кто-то сейчас выйдет. Или... Так, опять, ребята. Опять он тут. Воительница Венди. Эффект становится неуязвимой на 4,25 секунд. Вы что, серьезно, что ли? На 5 секунд почти. Здорово просто. Рыцарь, я думал. Нет, ребята, это воительница Венди. Мама велела мне никогда не прикасаться к девочкам. Иначе мой пенис отвалится, и мне придется писать через анус. Господи, о чем? Бред какой-то. Знаю, моча же будет выходить через пупок. О чем тут разговор? Так, может быть, подеремся прямо сейчас? А у нас как будто будет выбор. Конечно, подеремся. Так, космовитель побежал. Вау, так. Вот, неуязвимость, ребята, включила она. Заморозка. Так, усиление команды, Джимми. Выходи. Джимми Барт. Ну что ты там? А, это вражеский, господи, я... Может, это мой. Так, Клайд с крюком. Давай, помогай нам. Ты смотри, какой жук. Не умирает. Ты что творишь, чудик? Ой-ой-ой. Смотри, она защиту на себя периодически ставит. Я думал, что она один раз всего лишь. Нет, она... Как только откат происходит, видимо, тогда и ставит себе. Ну, давайте, ребята, постараемся. Напряглись маленько. Картман, ребята, отдуплился. И... Не успели мы заморозку бросить. Ну, добиваем. Да чтоб тебя... Есть. Накатили. Накатили ей на дорожку. Все-таки успели мы ее победить. Ну что, ребят, как сами видите, победа очередная за нами. Вообще, когда идем по основной сюжетке, все, в принципе, изи. Есть, конечно, некоторые моменты, когда мы можем с вами... Вау, еще нам достается Роберт Твик. Классно. И 80 монет. Так, что же мы... Ничего, да? Ничего опять, ребят, по-прежнему не можем улучшить. Я хочу посмотреть про колоды, которые вот у нас разыгрываются. Сможем мы сейчас что-то с вами открыть или же нет? Надо перейти и глянуть. Так, это, по-моему, заключительный у нас здесь уровень будет. Да, ребята, вот он сам Картмен. Пятый этап. И, кстати, если мы победим, мы получим с вами новые шмотки. Костюм дракона и голова дракона. Хотя, на самом деле, похоже больше на лягушку. И 2500 монет. Это, кстати, очень даже круто. Ага. Так, мы сразу начинаем с великий чародей Картман. Ну, хорош ты уже. Понял, помахал, короче, своим жезлом. Кого опять ты вызывать собрался, ёпростые?
Стой! Я знаю, что злобный паладин послал тебя сразиться со мной! И? И теперь ты умрешь, король-чародей! Новичок, послушай меня внимательно, сейчас тебе не победить! Я тренируюсь с телефоном все время, буквально ничего больше не делаю! Хватит болтать, король-чародей, сражайся! Ну хорошо, сейчас новичок увидит, что такое настоящее владение телефоном. Арх! Кого он там призвал? Вау-вау-вау, тихо! Начинает мне тут буянить. Погнали. Ребят, погнали, погнали. Так, цифровой стен. Ну, уже хорошо, ребят, уже хорошо. Все как нужно пока. Так. Он призывает... Давай, космовоитель, бомби его. На инвалидке на этой. Не добежал, к сожалению. К сожалению, он не добежал. Так, давай усилим команду нашу. Ого! Не вышло. Не вышло, к сожалению. А где мои все? Вот, ребята, дурон пришельцев нам нужен. Да ты достал-то уже! Блин, а может быть действительно я, ребята, его не смогу здесь выиграть, а? Что-то как-то... Уж больно как-то жестко. Куда ты идешь? Куда ты катишься, а? Давай его... Крючком бомбани! Толкает. Тихо-т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 ихо! Бежит-бежит-бежит-бежит-бежит! Как-то не айсово получилось. Если еще один такой выбежит, ребята, мы с вами отдуплимся. Вот что я могу вам сказать, это точно. Ну, давай этого олуха. Слушай, а как мы можем с вами предотвратить следующую атаку? Давай мы призовем пришельцев, да, с вами? Так, пошли мы уже с вами бомбить Картмана. Космовоитель. Давай вот так вот сделаем. Оу, тарелочку-то как они быстро сейчас раскатали. Вот что я могу вам сказать. Кстати, нам может пригодиться цифровой стен здесь. А ну-ка, космовоитель, наказывай. Так, это у нас Айк идет, да, если я не ошибаюсь. Да, это именно он. Вау, какой ты крутой, а? А если я заморозку сделаю? Что ты на это скажешь, бродяга? Расстреливаем, ребята. Так, Джимми, погнали. Так, а это что у нас? Опять Рэнди, господи. Что на этот раз с тобой не так? Что он там делает? Что? Так, давай его крючком, наверное, накажем. Блин. Ну... Ать, не туда ты бросил крюк-то на самом деле, господи. Какие-то еще курицы тут. Тихо, Докпо. Давай, пошли. Слушай, Рэнди надо наказывать, ребят. Что-то он яйцами какими-то стреляется, вот что. А это что за варвар? Взорвался. Слушай, может быть нам Нейтана призвать? Как думаете? Или все-таки... Не, давай киборга. Может быть здесь нам получится все-таки перехватить... Так, захватили. Отлично. Отлично, ребята. Слушай, на самом деле все очень сложно. Так. Давай. А мы уничтожаем Рэнди. А он, смотри, он щит встал, ребята, блокирует. Отлично. Господи, мы пробьем сегодня Картмана или нет? Этот бар тут еще вылетел. Давай его накажи. Оттолкнули, молодцы. Пробиваем. Блин, у Картмана еще здоровья очень много. Хорошо, что тут нету никакого времени, и мы с вами можем бомбить, сколько здесь захот... Опа! Фига он там плюшку бросил. Не вышло. Опять у нас ничего не вышло. Слушай, может быть, большого Эл-Гомосека призвать нам, а? Он будет бомбить именно Картмана. Вот что я могу сказать вам. Давай попробуем. Пускай он пока пойдет. Да что ты будешь делать? Это что еще такое? Что за чувачок? Что это за чувачок? Давай, бомби этого Картмана. А мы как раз вызовем с вами Клайда с крюком. И надеюсь... Да поздно. Поздно надеяться. Нет, не подбили. У него все персонажи, я смотрю, ребята, второго уровня. Вот этого только не надо. Она бежит. Бомбанет сейчас. Твою же маковку, а. Блин, все очень, ребят, напряженно. У меня очень мало здоровья. Как мне справиться с этим Кайлом-то, хламоном, а? Как? Вот скажите мне, пожалуйста, на милость. Так, стреляем потихоньку. Что? Что он там делает? Мы вообще почему-то слабы на самом деле. Если, ребята, посмотреть внимательно, очень. Мы проигрываем, причем довольно-таки серьезно проигрываем. Как ты это сделал? Как ты сразу двоих подбил? Так, у него... Да, еще Айка нам тут не хватало, конечно. Айк... Надо. О, он отхиливается. Блин. Ну, Айка-то хоть победим. Айка мы с вами уложили. Давай, Джимми. Защитник ты наш. Так.
Минус. Замечательно. Так, варвар бежит. Хоба. Оу, он с удара может наказать. Понял? Он с удара. Так, ну здесь-то мы его должны победить. Этого барда. А, нет, не бард, это викинг даже какой-то. Что он там вызвал? Ага, стрелка. А мы знаете, что сейчас с вами сможем сделать, ребята? Мы с вами вызовем Нейтана. Ну куда ты, господи, бежишь? Подбили, молодцы. Слушай, пришелец, что-то он какой-то ватный, ребят. Он ватный, он очень быстро разобрался. Несмотря на то, что его качал, качал, качал и... Так, давай, 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 Нейтан, молодец. Малорик, красава. Опять бард. Да что... Что такое происходит? Что мне нужно здесь такого сделать заурядного, чтобы... Чтобы пройти? Меня это пугает. Ребят, меня это пугает все на самом деле. Ай-яй-яй-яй-яй, бежит, 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 бежит. По-моему, нас сейчас ребята здесь подобьют. Еще раз она выбежит, и все, и нам хана. Я не успеваю ничего сделать здесь абсолютно. Он всегда находит такого противника, который меня просто разбирает. Мари, опять этот чертов фокусник яйцовый. Давай попробуем так сделать. Рэнди, да, попробуй, называется, выиграть с этим Рэнди. Еще куриц каких-то навызывал тут целую кучу. Ну, Кайл, надеюсь, хоть как-то тут ты нам поможешь. Не поможешь ты никак, ну да? Даже заморозку не успели сделать. Вот что я могу вам сказать. Не-а, без вариантов здесь, ребят, серьезно говорю. Он все-таки не врал, когда сказал, что фиг, мы его здесь победим. Не хватает у нас чего? Не хватает инициативы, может быть? Все, нас разобрали. В первый раз, ну не в первый раз, это уже давненько мы с вами не проигрывали именно на сюжетке. Поэтому, естественно, будем переигрывать. Слушай, как-то надо немножко нам здесь по-другому сделать. Рэнди, да, конечно, силен. Тут ничего не могу сказать. Может быть, нам добавить в колоду хила? Было бы, наверное, тоже неплохо. Мы могли бы с вами захиливаться. Ладно, еще разок. Попробуем. Нет, так нет. Будем что-нибудь с вами другое уже кумекать. Да-да-да-да-да. Так, дрон пришельцев, кибер Кенни, докпу, стрелок Кайл. Да, это мы уже видели твои выкрутасы. Погнали. Начну я, пожалуй, с дрона и докпу. Вот так вот. Попробуем, ребята. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Куда? Оп, не успел добежать. Отлично, ребят. Хотя бы так. Хотя бы так. Смотри, что у нас вот. Что он там бросает? А, минус 5 к атаке. Минус 5 к атаке он сделал мне. Давай, ребята. Сейчас, по-моему, намного лучше идет все дело. Посмотрите. А, волна. Волна, ребят, конечно же. Айк. Давай. Да, он силен. Силен этот Айк, ничего не могу сказать. Ну, добьем, добили. Отлично. Давай, Джимми, сюда выходи. И нам, наверное, знаете, кто здесь понадобится? Да ну, хорош, серьезно, что ли? Это, по-моему, ребят, серьезно. Это... Так, Киборг Кенни. Господи, эти петухи еще. Только... Ну, Кенни в кого? Вау, отлично. Рэнди пока, ребята, тут на какое-то время под нашим руководством сейчас его забомбят. И это плюс для нас. Нам, по крайней мере, не пришлось с ним драться. Так, а теперь давайте Клайда с крюком призовем. Заморозку успеем, интересно, сделать? Успел. Так, я думал, честно говоря, что мы... А почему минус 4 к атаке-то? С какого вдруг перепуга-то? А ну-ка, Докпо, накажи этого олуха. Нечего здесь делать. Ты будешь бить, вот, отлично. Так, космовоитель, кого он там? Он варвара этого призывает. Они все, ребята, здесь второго уровня. Вот что я могу сказать, все абсолютно. И дамажит этот варвар. Очень прекрасно просто дамажит. Вот что я могу сказать вам. Может быть, нам призвать дрона? Или Нейтана? Так, сейчас посмотрим, какой будет здесь дамаг у нас. К шерифа Картмана мы, кстати, с вами давно не вызывали. Но я все-таки хочу призвать дрона. Слушай, а пришельцы-то неплохо бомбят, смотри. Они выстояли здесь. Так, и давай мы, наверное, с вами призовем. Так, это что у нас такое? Я не знаю, ребята. Так, можно было бы Нейтана, да? Наверное. Или шериф. Почему шерифа Картман? Чего так долго копится на него? 4 маны, ребята. А в чем проблема? Я не могу понять. Я не мог его вызвать. К сожалению. Так, Барт. Давай вот так вот сделаем. Ну, Кенни.
Забомби, пожалуйста, его. Наверное, не сможет забомбить, или сможет. Так, отлично, по красоте. Давай вызовем, ребят, с вами цифрового Стена. Там осталось немножко здоровья, ребят. Тихо. Чё ж ты делаешь-то? Вот паразитка, а, смотри, крутится. Заморозочка. Не вовремя я сделал заморозку, на самом деле. Сейчас она здесь не нужна была. Но есть. Давай, Клайд, выходи. Бомби в него. Бомби в него и... Блин, живучий гаденыш. Он таки выжил. Докпу нам в помощь здесь. Кстати, надо будет призвать, наверное, пришельцев, гостей. Кого он там опять вызывает? Все там что-то метает. Все метает свою икру, да? Давай, гости, пошли. Бомбим Картмана. Нам надо забомбить именно его. На остальное нам по барабану, если честно. Айк идет. Ребята, Айк бежит. Ну, совсем немножко осталось здоровья у этого Картмана, господи, ну. Да, блин, не хватило. Не хватило. Дрон, давай, выходи. Давай, бомбим. Слушай, ну не Рэнди же, ё-моё. Так, нам, может быть, Киборга Кенни призвать? Как вариант, ребята. Так, ну, естественно, этот бомбит сейчас будет своими... А, куриц он вызвал, да? Он вызвал куриц. Слушай, а почему я не могу выбрать сейчас... Ребят, ну какая-то странная фигня происходит, на самом деле. Я не могу вызвать Кенни. Почему? Маны у меня хватает, всего этого хватает за глаза. Почему-то я не могу использовать его. С чем это все связано? Так, курицы. Воу, разбирает, ты посмотри. Одного за другим. Как он это... Как он это делает? Как ты это делаешь? Ты мне объясни. Этот еще идет. Так, ладно, давай с Рэнди. Блин. Ну вот это, конечно, имбово, я считаю, ребята. Чересчур. Погоди-ка. Давай, смотри, сейчас бомбанет. Ох, как она бьет. Картмана осталось совсем немножко, ребята. Мне жалко, нету добивающей магии. Какой-нибудь фаербол или еще что-нибудь в этом роде. Так, давай попробуем. Может быть, мы сможем здесь как-нибудь разобраться. Или не сможем. Так, а этого порешать. Давай. Ребята, ну, побежите, пожалуйста. Ну, космовоитель, давай свой этот бег. Врубай, беги. И на, получил. Фу, ребята, Картмана мы с вами победили. Ну, жесткий, на самом деле, босс. Жестковатый такой был. Но, как видите, все равно победа все-таки на нашей стороне. И не зря мы переигрывали с вами этот уровень. Фух. Так, давай посмотрим, может быть, нам темный маг Крейг достанется. Нет, наверное, да? Нет, к сожалению. Обидно, печально, ну что ж, ничего не поделаешь. Так, ребята, в общем, эту часть мы прошли, да, эту главу. Это, так сказать, эпизод. Сейчас должно быть что-то, наверное, новенькое. Должна быть какая-то, может быть, заставка или еще что-нибудь в этом. Особая награда. Вот это вкусно. Так, голова дракона. Так, и куда мы с вами переходим? На яму орков. Ребята, яма орков у нас. Шикарная штука, яма орков, точно? По-моему, похоже на полицейский участок. Твою мать, Клайд, это волшебный мир. Тут нет полицейских участков. Ну, вообще-то на вывеске написано полицейский участок. Так что... Так, Клайда выгнали из группового чата. Шикарная штука, яма орков, точно. Да-да, шикарная, Картман. Ну что, ребятушки, давайте мы с вами попробуем набить наш ПВП режим. Где у нас тут? Вот он, ПВП-бой. Кстати, давайте зайдем в события. У нас, может быть, что-нибудь накопилось все-таки. Нет, ничего у нас не накопилось. Счет как был, 0, так 0 и остался. Но нам нужно это на арене. Попробуем, ребят, с вами отбить вражин всех и заработать колоду. Она мне нужна. ПВП, колодочка, это смачно. Может быть, что-нибудь новенькое нам из нее выпадет. Ага, 7 уровня у нас противник. Немножко слабее по мощам, ладно, посмотрим. Да, надо было мне переодеть шмотки, кстати. Что-то я как-то не подумал об этом деле. Ну что, Картман пошел. Картман против Картмана. Давай Кенни призовем и вышибалу Джимми. Посмотрим, как... О, это что за комарик тут? Поехали. Не добили, да, чуть-чуть, ребят, не получилось. Так. Кайл вражеский, да? Мы его забомбили. Точнее, его забомбили свои же, если по большому счету брать. Но Кайл, давай, ой, Картман, бомби. Нормуль. Ну что, ребята, сейчас будет первая атака. А что это он такое сделал? Что это за супер-пупер-гипер-пердеж был?
Оттолкнул меня от себя, гаденыш. Но гостей, гостей, ребята, призовем. Так, Докпа у нас бежит. Оп, не тут-то было. Он захотел уже, ребята, крюк бросить. Но не вышло у него ничего. Подбили. Ну, отличненько, хорошо. Кого он там? С дрелью, чувак. Откуда у него такие уже, ребята, карты? Они только в игру вошли, а он уже их имеет. Взорвался к ядрине Фини. Погнали. Так, пришелец у нас, значит, Джимми вышибала. Что это он там опять взорвал? Он, ребята, применяет магию против меня, судя по всему. Ну? Да на одной магии, блин, гад живет, а? Ты посмотри. Что-то там бомбит, все куролесит, непонятно что. Побежали. Добьем, наверное, сейчас его. Почти. Ну, есть. Ну что ж, ребята, я нас поздравляю. Мы с вами получаем 3 разбитых телефона, а нужно 5. Кто? Слэш, что ли? Ну что ж, давайте, ребята, посмотрим. Наверное, нам еще один бой с вами предстоит сделать. Так, открываем здесь ящики. Вау, Робин Твик. 2 карточки, ребят, получили. И что у нас тут? Стрелок Кайл. Кстати, давайте его, наверное, ребята, апгрейдим маленечко, да? Все. Апгрейд на этом закончился. И поехали далее. 3 телефона, да, в копилку идет. Остается еще 2. Погнали. Не будем, как говорится, здесь долго рассусоливать. Еще найдем противничка. Быстренько его намутузим. И откроем PvP-колоду. Ага, оу, 10 уровня. Нифига, ребята, вы что, совсем что ли припухли? 10 уровня они мне подсунули сюда. А противника. Ну давай начнем, наверное, так. Погоди, я же хотел Клайда с крюком вызвать. И цифрового Стена. Так. Ну, комарик чертов, а. Так, Нейтан сейчас будет, естественно, ребят, бомбить. Так, заморозка. Пускай подумает над своим поведением. Так, тут у нас с лопатками, да? Так, и вызовем гостей. Куда он бежит? А-а-а, сейчас убьет пришельцев. Ладно, пока хорошо. Но это пока, ребят. Так, этого летуна мы только можем, ребята, подбить. Да что ж он делает, а? Дрон, погнали. Что? Слушай, ребят, это новые персонажи. Вот я вам точно говорю. Дрон, а почему ты... Давай, вот, полетел, 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 полетел. Минус, подбили. Так, дрон пока у меня еще живет, ребята. Пока еще живет. Так, это у нас бомбит. Стэн, давай, выходи, цифровой Стэн. Сейчас будем пытаться выиграть, ребят. Не успели усилить себе команду, к сожалению. Джимми вышибала на выход. Ну, заморозка. Так, он там Рэнди какого-то вызвал, ребята, еще. А, нет, это не Рэнди, ребят. Это хиллерша у нас. По-моему, хиллерша, да? Не, а, да, хиллерша. Все нормуль. Тоже противная баба, если честно. Так, Клайд с крюком, выходи. Ну, бомбаните ее. Ладно, отлично. Так, Айк бежит. Айк, это, ребята, плохо на самом деле. Попробуем сейчас его убить. Уничтожили. Так, что он там призвал? Комара. Комар-пискун. Давай, погнали. Попробуем, ребята, так вот разобраться с ним. Там летает. Говнюк, смотри. Бонус к энергии. Так, давай, побежали. Давай, разгон. Но мы бомбанули, мы все-таки задели, ребята. Бонус к энергии дается нам 50 секунд. Точно, ну, он, гад, охренел. У него все новые герои. Все новые, ребят, герои. Так, ладно. Своего же грохнул, мне не жалко, ребята. Мне этого не жалко. Так, тут вообще непонятно, что происходит. У меня почему-то пониженная атака на минус 12. Я не знаю, с какого вдруг, блин, перепуга. Но вот это факт есть факт. Давай гостей призовем. Нейтан тут, ребята, у нас разбуянился, я смотрю, еще. Ко всему прочему, а что это за душа там такая была? Так, крюк. На кого? Да зачем так сделал? Так, 9 секунд, ребята. Если он сейчас не нанесет нам урона, мы выиграем с вами. А мы должны выиграть. Мы обязаны просто выиграть с вами здесь. А, овертайм, потому что, ребята, мы не добили его. Вот что получается. Давай дрона вызывать сюда.
Что-то он тут раздухарился, побежал куда-то не туда, куда надо, на самом-то деле. Так, хиллер. Давай попробуем, не знаю, что из этого получится, ребят. Вау, откуда щиты? Откуда щиты у них взялись тут, а, ребята? Что за ересь? Заморозка. Так, минус. Давай этого теперь. Крейзи, сумасшедший дом какой-то здесь на самом деле творится. Вообще не понимаю, что происходит, если честно. Тут комары эти еще летают, москиты. Москитол, блин. Он, ребята, правильно, у него откуда-то защита. Я не знаю, откуда он ее взял, на самом деле. Ага, так. Давай Кайла вызовем сюда. 9 секунд, ребята, овертайм. Ааа, чет, мы проиграли. Он первый перебил. Офигеть. Нет, ну у меня таких героев нету, поэтому, ребята, уж извините. Я как я могу с ними драться со всеми здесь? У него там и летающие. Ладно, нам в любом случае нужно с вами добить эти две карты, поэтому хотим или не хотим, надо драться. Так, ребята, извините, отвлекался немножечко. Блин, я за это могу поплатиться, так ведь? Могу поплатиться. Ну, давай, Картман. Правильно, вот так вот. Все, нахлобучили. Дрон у него, да? Ну, давай-ка мы тогда призовем, ребят, пришельцев с вами. Призовем пришельцев. Пришельцы, что-то вы как-то слабенько бомбите, если честно. Давайте как-то поупористее. Давай, Картман. Ага, хорошо. Есть, ребята, небольшой шанс, наверное, у нас, да? Судя по всему. Ну-ка, Кайл, давай-ка. Повысь атаку. Вау. Вот это было шикарно, ребята, на самом деле. Че он никого не призывает? Где там твои олухи-то? А? Тыч. Так, нормуль, Стэн, выходи. По-моему, ребята, он сдался, сдулся или еще что-то в этом роде. Никого не выпускает. Наверное, тоже отвлекается, как и меня отвлекли. Ну, еще удар. Так, ребят, сейчас у нас разлетятся все, да? Докпу, вперед. Давай, космовоитель, добьешь, наверное, его, да, сейчас? Почти, ребята, у него получилось, немножко не хватает. И, ну, я считаю так, что выиграть-то выиграли, но немножко нечестно, потому что он то ли сдался, то ли у него заглючил мобильник, и он перестал, ребята, вызывать кого-то. Такое тоже может быть. Сам лично видел, когда у меня просто зависает игра, а показывает, что ты уже проиграл. Ну что же, открываем с вами шкафчики и ничего классного не получаем. Но зато мы с вами получаем, естественно, PvP-колоду. В принципе, ради чего эта заморочка вся и проводилась. Открываем. Так, смотрим, ребята. Хотелось бы, конечно, получить каких-то новых персонажей, но я не знаю, что нам здесь выпадет. Так, 54 монеты. PvP-билеты, боевые жетоны, древний ключ, перо, рука пришельца, энергетик, комиксы. Так, Клайд чужой нам выпадает, ребята. Космонавт Баттерс. Кольсонные гномы. В первый раз, да? Космовоитель Токен. Тоже могу, наверное, улучшить, ребята. И разбойник Токен. Вот такого не было. Боевой клич. Наносит урон врагам поблизости. Вот это, кстати, круто, на самом деле. Ну, следующее, ребята, будет доступно через 4 часа. Мы можем, конечно, за $45 обновить, но я не хочу. Так, а что у нас тут дается? Темный маг Крейг. Это одна карточка. Так, смотрим. 10 карточек стоит 2750 PvP билетов. Могу... А мне нужно, ребята? Ну, давай возьмем. Раз. А, тут по вот такой вот. Господи. Все, хватает, ребят. Мы с вами можем... можем открыть, конечно же, этого персонажа. Даже не то, что открыть. Мы его можем прапать. Так, что такое? Новости, это нам не нужно. А ребята, как раз набили мы с вами одну колодочку. Давай посмотрим, что нам выпадет вот отсюда. А ну-ка, показывай. Так, монеты 100 штучек. Наличка опять $1. Токсичные отходы, энергетик и комикс. То есть героев здесь нету, я так могу понимать. Жаль, очень жаль, ребята. Уровень 5. Нам совсем немножко не хватает до, понимаю так, 6 уровня PvP арены. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть в разрушители мобил. Так что удачи вам и до новых видосиков.